Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». Наступило время, так любимое дачниками, да и просто поклонниками активного образа жизни. Мы все чаще стремимся покинуть пределы наших квартир, не заботясь о их безопасности. Ведь нам кажется, что квартирные кражи остались в далеком прошлом. Так ли это? Об этом нам расскажет временно исполняющий обязанности начальника управления уголовного розыска Виталий Цыплаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, многие думают, что квартирные кражи действительно остались где-то в далеких 90-х. Что нам говорит статистика? С наступлением дачного периода, а вот обычно начинается, когда потепление идет, весна-лето, граждане выезжают в сельскую местность на дачи. На дачи, в гости, кому-нибудь в деревню, вот праздничные выходные дни. Вот, и наши преступники не дремлят и совершают квартирные кражи. Как бы вот в это время это одни из самых актуальных преступлений. Преступники предварительно, конечно, подыскивают квартиры, то есть следят за домами, видят, что люди уезжают, вычисляют квартиры, из которых они выходили, следят за подъездами, за автомобилями, припаркованными у домов. Вот. И после этого совершают квартирные кражи. В основном совершаются квартирные кражи, проникновение происходит путем выбивания, проворота личинки, замка двери. Вот. И перед тем, как проникнуть в подъезд, они предварительно на электромагнитные устройства, в общем, прикрепляют скотч, жевательные резинки, липкие ленты различные, там, изоляцию, чтобы дверь беспрепятственно можно было открыть. Вот. И поэтому в основном похищают что? Денежные средства, драгоценности, дорогие часы, фотоаппараты, дорогостоящую технику, которая очень компактна. Нет такого, что похитили вещи, которые видно, что люди выходят с сумками, это опять же вызывает подозрения. Поэтому, как правило, мы в очередной раз обращаемся к гражданам, чтобы они бдительно относились к своему имуществу, то есть сохранности имущества, непосредственно заботились о том, чтобы все замки на дверях были закрыты, наблюдали или подозрительных лиц где-то увидели, сообщали по 02, то есть это зависит от самих граждан, потому что они живут в подъезде, в основном знают всех хотя бы в лицо, но не лично, а в лицо хотя бы, и сообщали бы об этом в полицию. Также хотелось бы обратить внимание на подозрительный транспорт, который, опять же, припарковывается у подъездных домов, там незнакомые машины с иногородними номерами. Нетрудно было бы, я думаю, позвонить, сказать, что вот такая-то машина стоит, приехать, пожалуйста, посмотреть. То есть мы на это реагируем, там, и любой звонок не останется без внимания. Вот. И также хотелось бы, чтобы все-таки, где люди уезжают на определенное время и знают, что есть дорогостоящие вещи, ценные вещи в квартирах, ставили бы квартиры под охрану. У нас есть специальное подразделение внешней охраны, которое ставит под сигнализацию, и, соответственно, уже при проникновении приезжает наряд, и, я думаю, преступники не уйдут. И, как правило, в такие квартиры они не залазят. Потому что видят, да, устройство? Конечно, они это видят. Вот. Также, опять же, они наблюдают, что видеонаблюдение в доме есть. Много новостроек, много таких, будем говорить, элитных домов, где ничто не оборудовано, также беспрепятственный проезд. Подъезд проникнуть, проблем никаких не возникает. Вот. Ну и, соответственно, больше всего зависит от бдительности граждан. Увидели подозрительных людей, надо реагировать.
А кто вообще чаще становится жертвами вот таких квартирных воров? Люди среднего достатка или более обеспеченные? Контингент разный. И более обеспеченные, и среднего достатка. Ну, и, как правило, смотрят, какая дверь. Если дверь подороже, соответственно, преступник старается войти в эту квартиру. Замок для них открыть – это никакая не проблема. Абсолютно любой замок? Абсолютно любой замок. То есть производители дверей и замков, которые нам говорят, что наша дверь самая надежная, и ни один вор вот это не взломает? Это они так говорят. То есть этому верить не стоит? Не стоит. Жалко. Обидно. Обидно. Скажите, может быть, вы еще какие-то советы дадите людям, помимо того, что, да, можно ставить квартиру под охрану, но, наверное, еще не стоит создавать какие-то виктимные ситуации, да, по поводу наполняемости почтового ящика, шторки задернутые постоянно на окнах, вот какие-то такие прикладные советы? И это в том числе, да, также рекламные вот эти листочки, которые там втыкают в ручки дверей, там, под провода там различные. И, опять же, они все это наблюдают, тоже как бы у них и логика есть, они прекрасно понимают, что поставили рекламу, и если она там несколько дней, то, соответственно, там никого нет. Но это, опять же, все долгий способ, проще простого отследить человека, который уехал. Они прекрасно знают, что выходные сейчас, тем более, наступают повторные майские праздники, люди опять выезжают за город, квартиры много пустых, город пустой. То есть это как лакомый кусок для преступников. Поэтому по возможности стараться ничего не оставлять, а деньги хранить в сберегательных банках. Если все-таки кража произошла, какова вероятность того, что преступление будет раскрыто, а воры пойманы? Ну, в процентной вероятности вам я не скажу, но мы прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить сохранность имущества наших граждан и раскрыть преступление, потому что это как бы наш долг. И в то же время проводим мы весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий на раскрытие данных преступлений. Это как бы одно сейчас, тем более летний период начинается, это одно из самых актуальных направлений нашей деятельности. Вот вы говорили о том, что граждане сами должны быть бдительными. В первую очередь. Вот в ходе вашей работы, насколько часто вы встречаетесь вот с такими бдительными соседями, которые звонят и говорят о каких-то подозрительных личностях, машинах? Вы знаете, в последнее время, я считаю, все-таки бдительность наших граждан и отношение, опять же, к полиции все-таки имеет положительную сторону. Вот. Много активно действительно вот, граждан сообщают, звонят, то есть многие понимают эту вот ситуацию, и знаете, вот, ну, изменения в лучшую сторону пошли. Раньше как бы, ну, стоит машина и стоит, бог с ней. Много звонков происходит, ну, с помощью граждан и раскрываем преступления, бывает такое. То есть люди не боятся также дать отпор преступнику. Я считаю, что именно вот это, опять же, то, что мы как бы людям объясняем, как действовать, это тоже играет большую роль. Участились случаи, вот, что люди действительно в положительном плане часто стали звонить, сообщать о там, подозрительном транспорте. В основном большая часть, конечно, сельская местность, потому что они как бы своих людей всех знают. В городе, конечно, это немножко, будем говорить, посложнее, но тем не менее, если люди давно живут в доме, как правило, все друг друга знают. И машина опять стоит. Я сам всегда обращаю внимание там, на на машины, которые раньше не видел. То есть, как бы, ну, вот, может, профессионально, не знаю. Но помощь от граждан есть, реально. Что ж, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я надеюсь, что наши зрители прислушаются к вашим советам и сохранят свое имущество. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.